Эстафета на проведение мероприятия «Культурная столица тюркского мира» передается от города к городу, и на этот раз оно пройдет в городе Ош. Причем впервые. Сейчас южная столица полным ходом готовится к празднику. Культурное мероприятие запланировано на 20 апреля. Сегодня министр культуры, информации и туризма Азамат Джуманкулов и мэр города Ош Талайбек Сарбашев провели круглый стол, посвященный подготовке к празднику. Подробности в следующем сюжете. Официальное открытие международного торжества «Ош. Культурная столица тюркского мира» начнется 20 апреля в 7 часов вечера. Сейчас уже подготовлены юрты и устанавливают сцену для праздничного концерта. Мы приехали участвовать в мероприятии, которое продлится до 23 апреля. Как вы видите, уже установили юрты. Кроме этого, будем показывать изделия ручной работы и разные национальные игры, мастер-классы, продукции наших сельских хозяйств и так далее. Это только начало. Надеюсь, что мы будем проводить подобные мероприятия каждый месяц. В этот день гостям продемонстрируют весь колорит кыргызских традиций и обычаев, и не обойдется без угощений национальными блюдами. В концертной программе будут участвовать не только этнические кыргызы, но и представители других наций. Чтобы избежать недочетов, готовиться будут вплоть до 19 апреля, сообщают организаторы мероприятия. На мероприятии в общем будут участвовать около 800 человек. Со столицы приехали 200 человек. Кроме этого, ожидается прибытие артистов, танцоров и представителей искусства с тюркских государств. Репетиция будет проходить завтра на стадионе, а полноценная генеральная репетиция пройдет 19 числа. Подробнее о мероприятии, которое впервые пройдет в южной столице, рассказали мэр города Ош Талайбек Сарбашев и министр культуры, информации и туризма Азамат Джуманкулов в ходе круглого стола с журналистами. Кроме того, они поделились своими мнениями и ожиданиями. Мы должны представить наш город не только как культурный, но и как исторический город. Это будет иметь очень большое значение в будущем, чтобы Ош стал одним из туристических городов. На сегодняшний день приезжают СМИ из Турции, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана. Они будут транслировать мероприятия 20 и 21 апреля. В трансляциях очень важно показать и историческую особенность города. В научной конференции мы также будем обсуждать историю города Ош. Ош – культурная столица тюркского мира. Это важное и значимое мероприятие, подготовка к которому занимает много времени и сил. Оно и не мудрено, так как для жителей и гостей города Ош планируют сделать настоящий праздник. По словам Талайбека Сарпашева, город полностью готов для проведения мероприятия. Мы выполнили все поручения. Могу с уверенностью сказать, что город Ош полностью готов к проведению мероприятия. Также мы провели разъяснительную работу среди населения. В целом все готовы к встрече гостей. Ожидается, что на торжество прибудет около 500 гостей из-за границы. Также уже начали прибывать иностранные творческие коллективы. Гостей будут сопровождать волонтеры, которые покажут туристам красоту древнего города Ош и поделятся интересной информацией. Если туристы захотят посетить другие места в Ошской области, им будет предоставлен бесплатный трансфер. Алина Хайдаршина, Бактыбек Мамацаев, Пирамида.